особенно наверху. А так количество хорошее. Вот такое мятенькое, пусть оно даже немножко не будет равномерным, пусть некоторая мятенькость, мерцательность пространства будет. А нам здесь и не нужно. Так чуть-чуть просто под... берем тряпочку. Комом берем, не сложенную, а именно комом. И всю эту массу зелени понатопчем. Голубой, коричневый. Это некий такой цвет тени. Зеленой тени. Тени в зелени. Вот. И начинаем натаптывать множество. Вот такое множество. Натаптывать, натаптывать. Будем убористей, чтобы мочь потом вывести то есть чуть пониже, скупее. Вот они. Понабрать эффект множества. Здесь эффект отражения. Эффект множества. Давай. И убористо. Суперски. Ну, продолжай. Добирать темноты, добирать немножко уже и светлоты. Скажем, вот эти глуховатые места дополнишь. Темности вот эти дополнишь. Потом мы несколько совершим вот такое. В этих глухих местах немножко разбомбим краску, сделаем ее еще глуше. То есть теневая будет глуховато. Вот так глуховато будет. Чтобы на эту глухомань прийти легкими звучаниями полутона, который заслонит глухой. То есть глухой останется в самой тени, но его чуть заслонят вот эти полутональные проявления зелени. Хорошо? Да. Но глухота должна появиться здесь, появится глухота. Хорошо? Давай. Плотнее чуть-чуть. Плюс желтота. Вот эти дальние желтявенькие. Начнем укладывать. Более плотненько начнем укладывать. Где-то розовость заметим. Разбеленную розовость вот тут вдали заметим. То есть плотного теперь чуть-чуть. Хорошо сидит дерево. Там оно далеко пошло, а у нас пусть пока так. Ага, хорошо. Тоже чуть-чуть там вот этих. Вот таких. Туманчик тоже можно, да, прямо нагнать туда. Очень хорошо действуешь, не знаю, даже нечем тебе пока подсказать. Можешь чуть-чуть кистью подыграть. Это да. Чтобы уже хотя бы намеки на полосы появились. Хотя бы намеки. А вот эту туманность, это последняя очередь? Потом. Нам еще потом нужно... на нем даже лечить. Вот эту темноту нагнать. Нагнать, прямо сделать ее мощной. Хорошо? Вот прямо положил и раздавил в вертикаль. Положил и раздавил. Цветные какие-то проявления вогнал и доумял. Если мешает эта штука, подбей клинья, чтобы
холст натянулся. Хорошо? Ну или так деликатненько ее замусолить. Что там чернота и легкие вот эти вот проседи. С цветами не очень. Да нет, пока все нормально. Вот это бы поскорее бы закрасить, чем она до сих пор не тронутая. Вот это совершить. Так. Там есть дорожка вот так, поднятие на бугорчичек. Хорошо бы его выявить. Тоже бирюзовенький возьмем. Ты видишь, я положил и тут же сбрил. То есть перемолол и сбрил, потому что мастихиновая укладка здесь нам не нужна. Перемолол чуть-чуть и бросил. Вот этот зигзаг хорошо бы здесь выявить. Всякий вот такой зигзаг сразу очень красноречиво рассказывает о воде. О береговой линии. Стеклянненький характер отражений. Сначала дальние вот эти светлости плотно упаковать. Плотно. Плотно в том смысле, чтобы не было, не просвечивался вот этот нижний слой. Плотненько упаковать, плотненько упаковать. А потом сверху синий. Коричневый. Вот с этой тоже плотной темнотой. Ну, плотность ее несколько прозрачна. То есть уже насаждать вот эти. И зонтичный характер поддерживаем. Зонтичный характер деревьев. Где-то в пользу синего, где-то в пользу коричневого. Где-то, может быть, даже оставить эти дырочки симпатичные. То есть более плотно уже. Хорошо? Угу. Также и здесь чуть-чуть плотности насадишь. Давай. Хорошо. Немножко здесь. Ой, хорошо, хорошо. Угу. Давай снова немножечко вернем идею ствола. Идею вот этого кастрика поставим. Так, вот этих вот настроений подсунем. Цветочки не белый, а что-нибудь сиреневенькое, синенькое. Чуть-чуть
тюкнешь вот так, вот так, вот так, вот так. Такие круглишоники, круглишоники. Так, здесь у нас немножко береговая рыжит. То ли песок, то ли что-то в этом роде. Докидаешь эту цепочку. Да. Немножко на переднем плане поиграй вот этими. Лежачими зигзагами. Зигзагами. Темнятинку подсунуть. Чтоб у нас все уже в этом сеансе произошло. Чуть-чуть вот этих вот сначала вырезанными, потом дополним. Вот чтоб даже они вот на этом на фоне неба чуть-чуть создали зонтичный характер, как вот спицы у зонтика. Вот здесь понасаждай первые признаки стволов. Так, чернявинки. Черчивающие. Черновинки. Глубокость создающие. Лодочку, хотя бы первые признаки лодочки набрать. Переднем плане. Там она такая какая-то сильно подстриженная. Лучше сделать что-нибудь повеселее. Вот с такими торчалочками. Хорошо? Да. Чтобы она не была вот такая. То же самое чуть-чуть. С разными оттенками. Да. Ага. Накидаешь. Давай. Хорошо. Не хватает вот этих вот ребят. Вот такусеньких. Причем пусть они даже мерцают. И темные, не обязательно, чтобы только светлые были. Мерцают. Там и палочки, и веточки всякие подлезли, все подряд. Вот они создают этот болотистый мотив. Травочки очень несъедобно. Надо такие вещи как-то хитрить. Хитрить, лишь бы не... То же самое. Очень несъедобный кусок. Они должны как-то подплясывать. А они построились. Опять же, чтобы эта челочка такой скучной не была, ее перерубают. Они там, за бугорочечком. Ее чуть-чуть перерубает. На ней тоже какая-то взбудораженность травяная.
похожая история и здесь. Похожие травиночки здесь. Сиреневиночка теневой. Оранжевиночка световой. Красиво? Очень. Да-да. Так, чуть-чуть. Чернявинки, которая поддержана оттуда. Тоже пускай чернявинка. Чуть-чуть чернявинка. Вон, сколько тут всяких выкрутасов, да? Накрутил на очень ровном месте. Вот эти вещи чуть-чуть умягчить до вот такого состояния, отраженного состояния. До отраженного состояния довести. Мутного, отраженного. Чуть сининочкой возьмем. Чуть сиреневиночкой возьмем. То есть сначала я выгреб краску, да, и теперь в это место прекрасно входит туманчичек. Сюда немножко темноты догнать. Чуть-чуть догнать. Хорошо? Вот этой вот глухой темноты.